теперь я расскажу о ролике, который сейчас будет. Я на самом деле не хотел его сначала выкладывать по причине того, что весь ролик строится вокруг процесса съемки в автомобиле, в такси, в частности, в моем автомобиле. И человек был, ну, не хочу рассказывать вам, так сказать, спойлерить не хочу, да, но сначала не хотел выкладывать, потом думаю, нет, надо все-таки выложить лицо. Я человека замазал, чтобы там, не дай бог, знаете, у него там не было никаких проблем по моей вине, но ситуацию я хотел бы вам показать, потому что для меня она, ну, скажем так, вот в нынешних реалиях совершенно не, ну, необычная, да, вот, потому что там еще там, когда я только начинал, там 3 года назад в такси и повесил камеру, были какие-то там слабо-вялые попытки задавать вопрос, что это такое и почему вы снимаете, вот. Что касается нынешних, да, вот ситуаций, когда, ну, опять же, не буду спойлерить, смотрите, пишите свое мнение в комментарии, обязательно люди их почитают, я их почитаю, поставлю вам лакусик и прибудет с вами счастье и спокойствие. Смотрим ролик! На Куйбышева, здравствуйте. Да, все верно. Что это у вас, камера, что ли? Ну да. А что вы снимаете-то? Я вроде согласия не давал. На что, чтобы меня снимали? Кино? Это вообще противозаконно. Кино пересмотрели, мне не нужно ничего согласия. Какое согласие? А зачем он меня снимает? Я снимаю не вас, я снимаю оказание услуги. Как я вас снимаю? Я снимаю оказание услуги. То есть мы в процессе оказания услуги. Я вас везу за деньги. Камера для безопасности. Если произойдет какой-нибудь момент или конфликтная ситуация, у меня будет, соответственно, видеоматериал, который я могу показать, там, не знаю, сотрудникам Яндекса, полиции, себе на память, ну и все остальное. Вы, ну что? Мне все равно, я не давал согласия на это, на съемку. Я понял, я вам объясняю, что по законодательству вам мне не нужно получать ваше согласие. Я не пришел к вам домой с камерой и не снимаю, как вы в трусах в туалете там сидите там и там справляете какую-то нужду. Ну, я уж, может, грубо говорю, ну, условно говоря, да, я вот этим не занимаюсь. Я снимаю в своем автомобиле оказание услуги. Вы что, вот я сейчас, может быть, вас расстрою, если у вас какие-то там теории заговора в голове. Вы банкоматом пользуетесь? Ну, деньги снимаете в банкомате? Пользуюсь. Отлично. Вы знаете, что в любом банкомате стоит несколько камер, даже не одна. Одна стоит на приемку денег, и ну, сколько вы денег взяли, положили. Вторая вам в лицо светит. Ну, слушайте, мы же сейчас не в банкомате, чтобы вот, мы же сейчас я, в такси находимся. Я понимаю. Вы что, в уголовном, в федеральном розыске, что ли? Нет, но мне просто не нравится то, что меня снимает камера. А мне не нравится, что вы говорите, что мне не нравится, что вас снимает камера. Что мы будем делать? Вы просто подождите, вот смотрите. У вас вот здесь, даже во дворе, вот я вижу уже несколько камер, понимаете? И в половине камер, которые установлены в городе, к ним пришита программа распознавания лиц. Что, ну, вас, блин, если вы переживаете, что у вас кто-то что-то где-то там увидит, так вас постоянно видят. Вас не будут видеть, если вы приедете куда-нибудь в лес, и то, я не знаю, где-то выйдете за 5 километров пешком, потом пройдете, и то вас там со спутника можно разглядеть. Закопайтесь где-нибудь. Блин, да я даже в современном мире это вообще невозможно сделать, понимаете? В современном мире невозможно, чтобы вас не снимали. И переживать по поводу того, что чего-то как-то там. Вы за что переживаете-то, я не понимаю. Что, ну, снял я вас, и что? Что произойдет? Ну, мне просто не очень нравится то, что меня снимает камера. Меня это напрягает очень. Ну, давайте я вам деньги заплачу за то, чтобы меня не снимала камера. Мне это не очень нравится. Это вообще противозаконно. Ну, вы опять же, смотрите, вы трясете каким-то законодательством. Вы что противозаконно? Вы не можете сейчас этот закон показать? Что противозаконно? Вы где-то услышали какую-то фигню по поводу того, что противозаконно? Я вам уже все объяснил, по-моему, нормально, понимаете? Я вам все объяснил. Вы сейчас мне что хотите предложить еще раз? Я что-то... Деньги, чтобы вы удалили видеоматериал. Мне это не нравится. Вы угораете, что ли? Сколько денег? В смысле, а сколько денег вы хотите предложить? Вот видите, какие таксисты, вы продажные люди. Какие продажные люди? Вы только что мне деньги предложили за это. Я вас спрашиваю, вы мне предложили, я спросил, сколько мне, просто из интереса я поинтересоваться. Ну, сколько вы мне хотите предложить?
Мы просто мы дольше здесь сидим, качаем, чем проблема выдвинутого яйца не стоит. Вы просто, я не могу понять, вы что переживаете? Вы в федеральном розыске от армии уклоняетесь или что? За свою безопасность. Какую безопасность? Я что буду? Гей-порно вас прилеплю, что ли, этот ролик или что? Вдруг вы что-то сделали. Мне что не нравится сделать? То, что меня выкладывают. Можете как куда-то вы. Короче, я понял. Мы либо едем, либо не едем. Я камеру выключать не буду, сами решайте. Ясно, понятно. Какие вы продажные, просто, блядь. Да, ну перестаньте, продажные. Все. Иди ты уже. Да, ладно, да, конечно. Этот, поездку отмените, пожалуйста. Поездку отмените. Вы сами отмените. Да? Продажные. Все понятно. Как меня уйти? Я не знаю, может быть... Я что-то не понимаю. Может, его реально ищут пожарные, ищут милиция. Может быть, он очень известный человек, который не должен ездить в такси. У всех есть такие знакомые паникеры, вот которые там, вот с этой вот пизданутой паникой, простите меня. Мы везде оставляем цифровые следы. Если ты хоть раз звонил по телефону, или, я не знаю, там, делал какой-то заказ, или запрос даже в интернете, голые ежики, все, тебя уже знают, что ты, сука, любитель голых ежиков, понимаешь? Уже на тебя папка есть с одним листочком, любитель голых ежей. Понятно, что воспользоваться этой папкой, может быть, никогда и не придется. Ну, то есть, там, я не знаю, типа, а-ля, там, давайте дадим запрос в ФСБ. Сколько у нас любителей голых ежей? Нам нужна статистика. И там твою папку, там, пыльную, скину. А вот у нас есть тут один любитель голых ежей. Ну, блядь. Вот люди напускают на себя вот эту тематику. Обычный человек, а напустил на себя просто, как будто он какой-то китайский шпион, пришел тут что-то, блядь, тырить информацию, почем у нас арбузы в России, блядь. Ну, это пиздец. Я реально не врубаюсь, как это происходит. Я реально не врубаюсь. Выключите камеру. Блядь. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик. И эта песня, помните, была бесконечная, с миллионом куплетов. В общем, бля, вот так вот. Особенно мне начинает бесить, ну, как бы, скажем так, ну, я начинаю напрягаться, когда начинают выключить камеру. Это не первый раз эта фигня. Я точно ее не буду выключать, потому что если человеку нечего очковать, то... Нечего очковать. А когда начинает выключить камеру, вот я выключу камеру, и потом какая-нибудь херня произойдет, и у меня будут проблемы потом. Потом хер что докажешь. Ладно. Ладно. Не выключайте камеры. Не советую. Те, кто в такси работает, у кого камера стоит в салоне, были ли когда-нибудь случаи? Или кто-нибудь, подождите, а кто-нибудь из вас, может быть, это не один такой чувак, может быть, сейчас все мои зрители напрягаются от видеокамер, приходят в ресторан и говорят, бля, я вижу у вас видеокамера там в углу, выключите ее, не хочу, чтобы снимали, как я ем, а потом выковыриваю зубочисткой из зубов остатки ваших лобстеров, блядь. Может быть, все такие? Вот объясните мне. Или, может, вы тоже? Напишите, кто из вас вот просто, блядь, нет, камеру выключите. Или кому похер. Ну, напишите. Вот просто интересно, статистика мне вот, блядь, вот интересно. Напишите.